8 мартом. Тебя я, мамуля, очень сильно поздравить хочу. Потому что так сильно люблю я и признанием этим плачу. Женский день – восхитительный праздник. Он веселый, шальной, озорной. Теплый ветер, задорный проказник, дышит нежно в затылок весной. На твоем лице тоже улыбка. Ты довольна подарком моим. Поздравление кажется зыбким, но тобой я и Богом храним. Ты все время молитву читаешь, неустанно за жизни детей, и беду всю от нас отгоняешь, чтобы жили мы чище, мудрей. Я хочу пожелать тебе мира, светлых дней над твоей головой, чтоб жила ты достойно, красиво и гордилась, конечно же, мной. Обязательно море здоровья, для тебя это важно сейчас, чтоб твой ангел был у изголовья и хранил каждый день твой и час.